Прикинь, идешь летом по набережной и слышишь такое объявление. Ночной клуб Земфира приглашает на супер уикенд этого лета. Хаус против R&B. За вертушками диджей Игорь Партак против диджей Наташи Вау. Приходи. Да, сильно изменилось представление о диджее в наше время. Многие забыли истинное предназначение диджеинга, первого элемента хип-хопа. Если за вертушками будет стоять человек, имеющий правильное представление о том, что он делает, культура будет иметь прочный фундамент. Ты должен знать, диджей — это вдохновение, это кач, диджей — это начало. Катя! DJ Scream! Play, 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 play.
как он называется. Знаешь? Я знаю. Все уже должны знать, уже клип, альбом, все есть. Все, альбом уже и клип. Да, кстати, у меня вышел альбом, ВК, Ком, Кистак, вся перда. Снимаем, слушаем. Фиги веду, все, кто здесь. Охоточки став, любите закрутить связь. Живу на юго-западе, там все в стиле. Ребята, мы